Все подарки взяли? Маляр, ну-ка. Ох, да и бабуля. Так, куда ходим? Happy birthday to you. Сетку чай. Бабуля. Ой, спасибо, моя хорошая. Спасибо. Ой, спасибо. Боже мой, сколько подарков мне. Рождение. Спасибо, спасибо. С порога подарки дарим. Ё-моё, сколько мне подарков. С днём рождения. Спасибо, доченька. Спасибо. Эй, дайте, заходите. Что там у тебя летает? А? Ой, мам, да букет-то по твое платье. Обалденно красивая. Ну и не обалденно красивая. Обалденно красивая. Ой, Анжелика, какая красотка. Снимай-ка, это она вообще красотка будет. Красотка. Видишь, какая? Прическа какая. Что, замерзла, что ли? Холодно. Дома холодно. Не знаю, что это она. Ты не знаешь, зимний. Мне кажется, у нас даже жарко. Зимний. Я на кухне-то там готовлю. Давай, смотри свои подарки. Ой, ой, надо его определить в вазу. Сейчас определим. А, это в зале. Ой, у Кати. Давай. А где вот этот? Давай, это то, что ты просила. Это тебе кошелек. Ага. Красного не было, но вот красный был такой, ага. Никакой. Мам, понюхай вот эти вот духи, как они вот тебе. Эти, да? Да. Понюхай ты меня, как тебе эти духи. Хорошие такие, ага. Это свежие. Катюша подарила. Да, ага, классно. Сладкие. А где батюшки, бутылочка-то какая необычная. Но. А вот где, а, на сейчас. Шапке было. Нет, надо немножко... Это мое. Твое? Ой, хорошие. Вот я тоже... Ой, там... хорошие. Валера тоже на них претендовал. Да? Да. Сейчас я маленький вот положила же. Куда ты? Я сейчас же ведь шла. Куда я делала? Настя, ну-ка, где самый главный-то подарок? Да. Ну, конечно. Вот он. Я же, видишь, его сразу на стол положила-то. Самый главный. Ой, да моя золотая. Ну-ка, покажи мне, что ты там мне там... Какой подарок? Смотри, как аккуратно завернула в этот раз. Ой, молодец, молодец. Это с маленьких. Ой. Типа она улыбается, да? Это типа моя золотая. Ой, дети, какой у меня умничка. Сама делала. Я прямо рада. Ой, блин. И сердечко столько нарисовала. Да. Это ты так меня любишь, что ли? Да. Да, это я тебе такую куколку свою люблю, хорошую девочку. Ой, ой, ни у кого такой нет, внученьки, да. И доченьки, и внученьки. Да. И доченьки, и внученьки. Ну, должен быть неплохой. Там и под карточки тебе, в принципе, удобно. И в руке держать хорошо. Ох, ё-моё, ну теперь, блин, только дело... Главное, чтобы деньги... Вот я говорю, только дело за малым осталось. Надо какого-то это спонсора найти. Чтобы он мне сюда это да, отстегивал. Да. На нужды. Так, ну а это, мам, тебе, чтобы ты всегда была бодра. Ох, ё-моё. Ну, будешь ё-моё. Делать тебе массаж. Да. У тебя вот как раз ты говорила, вот здесь, да. Где поясница, подустанешь, раз, легла, и да. Тебе массажирует. Ну так палки купили. Да. Спину сейчас разомнут. Ведь у девушки не будет, а? Да, ну, нет, мам, классная. Да. Она как и прогревает. Да, да ну, чтобы ну, даже так, если вдруг... Ну, да, да. Да, как реклама? Разбегусь. Я что-то не вижу. Да как у меня все это начнет работать. Ну, кому покажет, заняли. Да? На подвиги потянет. Да, ну, попробуй. Да. Давай, сейчас заодно тебя научим. Ну, уж я уже не глупая. Нет, там как бы надо вставлять. Там есть и для этого... Там с прогревом, ну, если слушай, вдруг... это надо же, наверное, к чему-то прислониться. Это да. Да, это вон у тебя как раз здесь розетка. Ой-ой-ой-ой. Ну, держись, моя спина. Там для этого, для автомобиля. Ну, на машинке. Ага. Слушай, ну, теперь надо какой-то компрессор... А, купили же для ног
палки для ног. А, ну это вообще это и для ног можно, ну, массажировать? Вот нет, это слишком много разогревания будет. Лежать буду, удержки нет. Это тут еще надо подогреть, так это же совсем будет. Целый день на кухне сидишь, бегаешь, прыгаешь на этой кухне. Ой, ну теперь, блин, ну что мне? От раз приложила и по второй вот волне. Это вот аппарат для автомобиля. Теперь нет. В автомобиль можно. Можно, вот, слушай, но а так нет. Я же сразу акцент на это. Да, автомобиль надо. Так автомобиль-то надо. Надо, значит, что мне одинокой-то женщине? Мужик. Мужика с машины. А там это не понадобится. А нет, ну я же... Ну я ж пристегну туда и буду ехать. Так он сразу и будет массажировать? О, да нет, он за дорогой пускай, чтобы меня не убил. Нет, а вообще так у Алёши сколько раз вот так продувает шею? А да. Вот да в что? Эту, вот сюда, вот сюда. А, вот что. Ну да где же тут? Ой, ё-моё, ё-моё. Здесь сначала будет больно, неприятно так это. А потом уже, ты как бы, вот давай, включай вон кнопочку зелёную. Ну это же надо же, ну конечно, разминать-то это будет, но это надо к чему-то, я тебе говорю. Как кресло или куда ли? Нет, да вот и легла даже и на давай. Подушку, да, да. Да, ты это поймешь. Да. Или вот под спину. Вот под ты села, спину. Да. И вот тебе. Вот как раз где у меня всегда этот. Ну как? Хорошо? Ой, блин, ой, такие толчки. Нет, ну ощущаешь? Да, 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 вибрация такая хорошая. Так прям... Я потом в процессе расскажу, как это, чего это. Так только потрогаю. Ну, конечно, а потом, когда уже попользуешься. Какой эффект. Да. Какой эффект. А, это ты как бы подарочек своими руками запаковала. Прикол. Вот это да, вот это классно. Да. Молодец. И вот ты попробуй догадайся, что там внутри. Я говорю, ну какая ты, говорю, ты молодец. Ну, постаралась. Макеев, видать, это с лимонным соком. Это что это у нас? Гранатовый браслет? Гранатовый браслет. Тут у мамы сердечки. Торт у нас вместо сладости сегодня. А ты что хочешь сладости? Тут мама утку приготовила. Гуся. А, гуся. Гусь и утка. Чуть-чуть различия. Кусовые-то разные. Ну, а так смотришь, гусь и утка. А на вкус они вообще разные совершенно. Расскажи, как ты делаешь гранатовый браслет? Ну, в общем, там у меня, наверное, он комбинированный. Надо сюда браслет-то, надо было стакан ставить. Да, ну, мы... а что оно будет место занимать? Конечно. И врисовывать тут фигуры. Вот. Вначале там курочку копченую положила, лучок, сеточку сделала. Потом картошечку, сеточку сделала. Потом грибочки, тоже сетку майонезную. Затем этот яйцо. Сыр, чернослив с орехами. Теперь вот уже на это положила свеклу, а сверху гранат. Вот да. И браслет получился. А грибы же ты еще положила? Ну, грибы, я сказала, грибы. В общем, там много, и получается очень вкусно. Очень вкусно, очень. Попробуйте. Он в раз улетает. Так залипательно делаешь. А? Аж это залипнуть можно. Да. Сегодня мама принимает все поздравления. Говорит, много кто поздравил. Ой, Авина, я так благодарна, говорю, блин, я столько сегодня получила поздравлений. Твоим подписчикам, конечно, большое. Я каждый комментарий читаю, думаю, блин, вроде человека не знают, но столько доброты в словах. Я прям аж это, до слез порой да. бывает. Не говори, порой даже от близких людей столько слышишь, ты слов да, не да, услышишь, да. сколько от посторонних людей. Нет, от близких-то можешь такое услышать. Да-да, что стой, что хоть падай. Даже думаешь, боже мой, может быть, я и правда там что-то недопоняла, я не то делаю. Ну, естественно, я не без плохих качеств, если что-то и у меня там плохое. Да, не то, что относится только добро, то добро, всякое бывает. А что плохое? Да, но
Анжелечка, дай ругаться ни с кем, вроде бы я не ругаюсь. Чем могу, людям могу помочь. Да. Нет у меня такого, если даже где-то кто-то и обиделся, до чего, обида у меня вообще долго не держится. Стоит ли на это разорять свои нервы? Их и так уже нету. А тут от незнакомых людей и столько людей, поздравлений, да. столько добрых слов, теплых слов. Я прямо, ой. Не говори-ка. Я в восторге. Сама не ожидала, сама что... Не ждала. Так смотри, что? Как у тебя... Нет, и так получается интересно. Вроде бы кажется уже возраст, кто-то с кем-то перестает общаться, да? Как-то скучно начинает же. Вот на скамейке, вот чем вот молодежь обсуждать. У тебя вообще, ты зашла в интернет, комментарии прочитала, еще у тебя тут внучки, уроки. Даже меня поздравляли, ведь не только даже, что вот моего возраста там или чего. И молодые, даже вот кто в нашем доме живет, вот соседи, друзья все, да, что и моложе, что намного меня. Ну, думаю, блин, ну, значит, я уже не такая противная. Да, ну, нет, конечно. Анжелечка, да не этот. Да. Это просто один человек что-то скажет, а потом остается. Ну, а тут... знаю, для всех не угодишь. Для всех не угодишь, а и не знала никого угождать. А я не собираюсь никому уже теперь. Мне надо жить уже, как я хочу. Уже давным-давно, да. Между прочим. Да. Еще с тех пор, как Алвина из дома ушла. Мамуля, это что ли курица? Самая младшая. Да. Это не курица. Не хватило, да? Гранаты. Ну нет же, но никак не получается, что почувствовать себя-то совсем уже взрослой-то. Да, конечно. Ты-то, тут тебе на тебе, сынок, двух дочек родил. Да. Подкинули мне. Они начали подрастать, я начала. За счет них, и мне некогда там это, паспорт даже не хочется, что это там. Ну день рождения, и все, неважно сколько. Да зацикливаться. Нет. Люди так просто говорят, сколько... Ощущаешь? Сколько знаешь, нет, чуть веру, она как будто вообще не меняется. Все такая же, все такая же. Нет, уже меняется, уже смотришь, там уже морщинки, там уже то и все. Но ничего, мы не сдаемся, каждая морщинка заработанная. Заработанная, да. Потом и кровью. Потом и кровью. Нервами моими. Не говори. Каждый возраст по-своему красив. Да. Каждое детство, молодежь, сейчас. Молодость, точнее, юность. На подтяжки не пойдем. О, вон Мадонна видела, что сделала с собой? Да. Вон что творится-то. Да. А вы все и накрашен, как говорят, и накрашенные страшные, и не накрашенные страшные. А мы ведь красотки. Да-да-да. Это а то нарядишь такая, ой, такая красивая, так и пень наряди красивая. Не знаю, Гурченко сколько вот делала, ну изуродовала себя, царство ей небесного. Да. Ну изуродовала, ну зачем, ну старость, она тоже по-своему красива. Вот это вот какая-то наивность, Лёнь, какая-то вот уже, это наверное, вот. Я говорила даже, да, вроде бы там, ага, ой, ты старая, там тыры-пыры, вот сидят, вот молодежь вот так вот относится вроде бы уже более взрослому это, возрасту, да. Ну ведь старость-то дана избранным. Да. Дана избранным. А не то, что там, это вы попробуйте. Есть такое слово старый. Угу. Ну вы доживите до старости. Попробуйте дожить. Да, дожить до старости, чтобы это вот прочувствовать. Вы даже не представляете, что такое понимать. Совершенно иные чувства открываются. Угу. Взгляды совсем другие. И жизнь меняется. И ты смотришь уже как-то на то, что раньше было, и вроде ты реагировал. Это все спускаешь с рук, и вроде бы, ну и ладно, и, ну и нет, и не надо. И да, не да, впадаешь да. в крайности там в какие-то. Нет. Мам, мне кажется, здесь уже готово. Готово, выключайте. Жить-то позитивно. На позитивно. Конечно, конечно. Мы, каждый сам себе делает настроение. Каждый конечно, сам себе. Конечно. Некоторым надо нажраться, тогда ему весело. Ой, тогда в свое время, даже мам, когда ну, опять мы же... молодые были, дочь, да. на дискотеку идти. Ой, надо где-то там бухнуть, надо это... Да какой бухнуть? Уже музыку слышишь, уже там душа поет. Мам, нет, это просто мы такие. Это не каждый... А вот кто танцевать не умеет, а кто вот так... Вот Валера, например, он не может вот так отдыхать. Каждый по-разному. А Вин, что ты за скрепощенный какой-то вот тогда? Да, вот нет, и он, если мы вечно в танцах, ну вот...
Что Эдгар, что Гор, что Артур, что Валера, что все, вот, вот именно всегда танцуем. Да. Тетя Нелли, тетя Женя, да. Ты. Музыка есть. Всегда танцуем. А Валера, она ему наоборот, ему вот посидеть, вот так ему, вот для него это отдых. И еще бывает так, что вот пришел, в гости сходил, все, ну как-то бы, ой, скучно. Ёшкин свет, ты приходишь на день рождения. Ты должен делать настроение. Так кто должен, тот, кто именинник, день рождения, ты идешь на торжество, почему ты на себе... Все, значит, это внимание да. К себе притягиваешь. О, что у тебя? Что с тобой случилось? Ну, что ты? Ну, ладно, давай вот это, вот это. Все, дома оставляешь то, что плохо, конечно. А идешь только с хорошим. Поздравить человека, да? Конечно. А не то, что там конечно. Настроение передать окружающим. Да, 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 да. Пришел? Предлагают выпить? Выпивай. Да. Петь, пошли плясать, пошли плясать. Конечно. Анжелика, убери вот это вот все. Надо хоть музыку включить, а то этого. Да. Ага, не говори, кто тут? Павел. Убийство. Павел. Настя, Катя, тоже лимонады? Да. Вот это положи на коробку, вон, с помидорами. Мам, ты тебе сок наливаешь? А? Сок наливаешь? Компот, да. Алёш, тебе лимонад? Вот на помидорки. А горачка идем. Идем. Алексей, идем, садись. Привет, папа. Кань, давай принеси к студию. А что вы там сидите? Мы да. Сейчас будем поздравлять бабулю с днём. Первая будешь поздравлять, бабуля. Молодец. У нас уже очередь на поздравление. Элизе понравилось, да? Поздравляю. Папа, ой, какая молодец. Как мне приятно, у меня целая оранжерея, Алина, ты посмотри, сколько долго стоят цветы. Какие? Эти. Да. Долгое время скрывала от матери информацию. Ну вот эти вот красные тоже долго, а эти желтые вот такие же уже все начинают отходить. Алина, если бы еще их не травмировали. Туда-сюда. Не, мама, они уже молодняк дали уже. Ой, все. Молодняк огромнейший. Я догоняю, мама. Видишь, повторно пошла. Дай вам еще лето уйдет. Да я не уйдет. Вот, пойдет, так хорошо с мамой. Так, мам, тебе компот, да, наливаем? Да. Ну, и это где там рюмка? Конечно, им надо еще за свое здоровье хоть одну пропустить. Вы хоть одну-то пропустите. Что за поздравление-то? Когда уже начнет там, Валера, Райя, да сейчас все сядем, тогда ты первая будешь. Да. Алина, вот флешка, вот тут вот песни. Валер. Ага, и куда ей это поставить? Ну, не знаю. Валера, идем-ка, сделай музыку. Телек. А, к телевизору? Угу. Любим бабулечку. Алеш, давай садись туда вот. Анжелике, тебе уже накладывать будем, да это. Вот на хороший добрый стул. Это, Валер, посади ее ты вот сюда вот. Стул вот этот вот, где Алешка сидит, вот со спинкой. Сюда его поставить? Да, да. Господи, надежный. Надежный. Ой, Катюш, что ты хочешь? Бери, накладывай. Было как придумать все, вот не знала. Так, Элиза первая поздравляет у нас бабулю. Там убавь, Антилла? Да, сейчас. Убавь, конечно. Кать, пролезешь? Нет, я не сама. Умею убавлять. Я умею. Убавлять не умеешь? Да, на это. Господи, минус. Я сама. Да, убавляй, чтобы это было... Все, давай. Кать, так чуть-чуть. Все. Бабуль, давай, это, слушай. Слушаю. Не боись. Будь счастлива. Будь счастлива. Будь счастлива. Сейчас будет песенка для бабуля. Ой, спасибо. Давай. Давай. Я люблю тебя, бабуля. Я люблю тебя, бабуля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Собственно, сочинение я. Помогайте, поддержка группы. Ой, молодец. Ой, молодец. Ой, даже похлопать. Ученька,
Вот далеко ты сидишь, мы бы целовались с тобой. Знаю, подойди как... к бабуле, бабуля тебя пойдя, поцелует поцелуй, за поздравление такое. Такую песенку. Я люблю тебя, бабуля, ля-ля-ля. Она не говорила про песню, ты видишь? А это секретик. Теперь мы с песнями тебя поздравляем. Молодец, какое хорошее поздравление. Вокальный этот инструмент еще надо приобрести. Будет она заниматься музыкой, и там совсем будет шика. Елиза у нас осталась. Мамочка, любимая, я поздравляю тебя с днем рождения. Я уже сегодня писала, ты еще не успела прочитать. Не успела. Вот все, готовила. Что я написала, я тебе все вот от души. Вот благодарю просто Бога и каждый день молюсь и благодарю за то, что ты у меня есть. За то, что именно ты вот стала моей мамой. Ты наш как путеводитель. Вот куда твои глаза идут, туда и мы за тобой. И везде ты нас направляешь. Наверное, благодаря этому мы и нашли себя в этой жизни. Мои успехи – это твои успехи. И благодаря тебе мы такие целеустремленные и добиваемся этого, потому что ты такая. Так что спасибо тебе большое. Желаю тебе здоровья. Никогда-никогда не болей. Живи еще много-много. Может, мы там еще третьего сообразим, чтобы все успело. С днем рождения. Спасибо, дочь. Я тебя очень-очень сильно люблю. Я тоже вас всех люблю. Всех люблю. Да. Соком пьем. Что-то кого-то ждем, видимо. Здесь пролилось, тут пролилось. Мы сразу, как на свадьбе, сразу поздравили, а потом это, да? А потом поели. Ты никогда не болела. Чтобы была всегда счастлива. Всегда был мир цвета. С днем рождения. Спасибо, молодец. Сейчас Анжелика с Катей, да? Да. Вот, давайте, придумывайте. Вы уже должны были целый день сегодня думать, как бабулю поздравить. Со вчерашнего дня. Вот, бабуля, а тут еще и танцы для тебя, пожалуйста. Песню спели, танец танцевали. Опа! Ой, боже мой. Вот этому столу больше не наливать. У Валеры тоже рюмочка чая. Рот вытерги. Да. В этот прекрасный день хочу поздравить свою любимую золотую тещу. Именно золотую, никак там в анекдотах это не ко мне относится. У меня теща всегда меня поддерживает. Кстати, да, мама... И вот... заступается не за дочку, а за... Вот сколько анекдотов, а Валера всегда... Не, у меня не такая. Теща. Да что ты. Хочу поздравить с днем рождения, пожелать счастья, здоровья на многих лет. Иначе мне без вас не тяжело будет. Без моей поддержки, ладно. Я буду стараться, блин, упираться. Ты-то меня уже знаешь. Тебя, конечно. Со всех сторон. Дочку-то свою знаю. Зять надо помогать. Бывает, что зять страдает от моей дочери. Неправда. Главное здоровье, остальное все будет, чем можем, поможем. Да. Спасибо, Валерочка, спасибо, мой хороший. Спасибо. Видят тебя вот через блоки-то, вот эти вот все. Подписчики, да, все видят, да. А мы-то не знаем, как бы. Да, ну, кого-то, кто фотографии присылал, ты еще как-то это, по фотографии еще можешь увидеть. А так, ну, а людей-то, как таковых людей-то мы не знаем. Ну вот. И да, это так приятно, то, что незнакомые люди, вроде бы. Мы просто живем, показываем, да, что к чему делаем, как. Ну, вообще жизнь нашу, не такое, чтобы там что-то не знаю. Элиты, да и какие-то там живем. Ну, как живем. Как есть, так и снимаем, как бы. Как вот. Основная масса населения. Да. Почти. Да. Почти? Почему? Я не могу так. Да, ну давай, почти. Вот почти как раз-таки Валерий и заключается. Что там? Почти элитный ему, конечно. А чего там? А, Валера почти, типа, не снимает, когда со мной ругается, говорит. Да, почти все. Ругается, а меня ругает. Ну, не без этого. Наверное, там уже все.
Поняли? Теща заступается за зятя. Все, за тебя все спокойны, не переживай. Я крышую. Не дочку крышую, крышую зятя. Дочку морально. Дочку морально, да. Раньше, когда что-то, когда поначалу, конечно, этой жизни было, там что-нибудь поссорились, до чего. Ой, да, несколько раз в месяц, тетрадь, что свидетельница. Да, это, ну, в общем, поссориться там. Сумки соберу уже у мамы. Угу. Сумки соберу уже у мамы. Да. И вот уже все, она, мам, жить не буду, я уже разойдусь, уже все нафиг надоел, все. Ну, я слушаю, слушаю. Блин. Один день слушаю, молчу, второй день слушаю. Ладно, продрещитесь маленько. Говорит, отпускай, отбзыкается, она обзыкается. Через 3 дня проходит, уже дочь на телефоне, без конца уже. Не-не, зять сначала тебе звонит. Он мне звонит, я трубки не беру. Почву зондирует. Ладно, да все, говорю, нормально, чего уж ты, говорит, да. Но он уже, что я приеду, Настеньку соскучился туда-сюда. Не ко мне, к Насте приедет, к дочке. Да, Настеньку. Он приезжает. Айда, говорю, Валер, голодный. Айда, ешь. Это выскакивает доча и начинает. Ты что, сюда пришел? А я говорю, он не к тебе пришел. Он ко мне, говорю, приехал. А он, да, и к Насте. Я к ребенку. К ребенку, по ребенку соскучился. Ну все, уезжает. Вот как зять теща-то боится. Что-то... Ага. Теперь, значит, уже все. Алина на телефоне, Валера названит, все, к концу недели подходит. Это, например, выходной день произошло. К следующему выходному она уже: мам, наверное, я домой поеду. А чего говорю? Да, мам, наверное, я его люблю. Я говорю, а ты что думала? Если ты поссорилась, и сразу все в пух и в прах, и ты уже все его не любишь. Так тут, говорю, тогда жизнь-то что это? Каждая семья через неделю разводиться будет. Да. И вот и все. Ну, я раз в месяц стабильно разводилась. Да, да. Стабильно. Ой, думаю, ладно, отдохните друг от друга, отдохните. Ну, да. Ну, такое, если уж действительно что-то там уже Валера Лешку дает, тогда уже зятю. Я говорю, только, Валер, говорю, ты не думай, говорю, скажешь, вот там... Это же не мама, там теща, я же не родной, вот она мне только нагоняет, дает. Ты, говорю, видел? Если Алина, говорю, что-то заслужила, она получит от меня. Если мой Валера, сын, заслужил, он получит. До тебя очередь дошла, и ты получишь. И ничего, вот так вот, вот это. Если что-то, чего-то там, они уже друг до друга, я уже, да ладно, там. Нет, если по телефону не пытается решить вопрос, не получается решить вопрос, папа еще тогда живой был, а мама сидит, знает, да там же Настенька маленькая, все. Да, через 2 часа мама с папой дома. Вы здесь хоть убивайтесь, ребенка сюда. Говорю, Коль, говорю, поехали. Приезжаю, начинаю воспитывать. Вы что, говорю, она-то, ей-то каково? Вы хоть на сет кусите. Давай, собирай Настеньку, я с собой забираю. А вы хоть на сет кусите. Я забираю, и там вы хоть что хотите. Ну все, поздравили мы маму. Приехали домой, отдыхаем. С сытыми желудками. Все хорошо. Всем спасибо большое за поздравления. Столько много-много сообщений в комментариях. Вы большие-пребольшие молодцы. Мама обязательно их все прочитает, потому что она читает все комментарии. Поэтому, когда вы пишете ей, то она обязательно это все видит. Вот, так что всем большое-пребольшое спасибо. Ну, а мы будем еще немножко посидим и пойдем спать. Всем пока-пока. Ну и, конечно же, лайк.